Всем привет! Думаю, большинству из вас уже надоело играть в ванильный спорт. Хочется разнообразить геймплей, и я для вас создал сборку различных модов, которую я назвал Спорт Бумбока. Если хотите установить мою сборку так, чтобы она работала, пожалуйста, досмотрите видео до конца. Там я объясняю, как установить форсейвер мод и, в общем-то, как перекинуть моды, для тех, кто не знает. Dark Injection 9 плюс сборка навесных цветов, асимметрия, Custom Cell, форсейвер мод, Space Wars, Sportscraft, New Weapons. Начнем по порядку. Детали бактерий, просто новые рты, новые глаза, руки, ноги. Кисти, стопы, аксессуары, навесные цвета. Одежда из других редакторов. Просто новая одежда. Детали гроксов. Новые когти, топоры, мечи, посохи, бластеры, эффекты, звуки и еще много другого. Как по мне, главное — это новые способности, которые можно навесить на ваши персонажа. Допустим, стрелять ракетой или же бить с развороту. Это очень круто, и сейчас я все продемонстрирую. Что ж, я хочу показать только свои любимые способности, которые я люблю вешать на своего, так сказать, героя. Так, первое — это удар. Он начинает фигачить руками чувака и врубает его. Тот в недоумении защищается. Третья способность — он бьет током. Вторая способность — он с разбега тоже бьет током. Ну, так как у него много хп, вряд ли мы ему что-то сделаем, но можно попробовать, выстрелив ракетой. Данная способность — это сплэш урон, она задевает несколько целей и делает вот такой огромный кратер. То есть, вот, была чистая ровная поверхность, появился кратер. Можно все изменить, просто поставив вот такую запиндюлину и убрать ее тут же. Мод на асимметрию позволяет вам изменять ваших существ, применяя симметрию. Нажав на клавишу А, английскую, вы сможете убрать какую-либо симметричную часть тела. Мод Custom Cell позволяет делать своих клеток. Форсейвер мод позволяет сохранять существ без имен, рта и существ с деталями из других модов. Мод Space World добавляет 30 с лишним оружий, которые достаточно сложно добыть, если вы не на высокой стадии развития в галактике, потому что нужно открывать множество знаков отличий, чтобы, так сказать, купить их. И также они очень дорого стоят. Некоторые оружие стоят и по 14 миллионов. Вот это, как по мне, одно из дисбалансных оружий. Но оно стоит 500 спорлингов его использования. Оно может взорвать полностью одним выстрелом город. У него нет перезарядки. Он использует много маны. Энергии, так скажем. Это оружие вызывает какие-то бури. Не знаю, что они делают. Вихрь черной материи, который убивает город, или не убивает, а только захватывает его с одного выстрела. Огнемет Гроксов — это просто сильный лазер, забирает очень много маны. Свет Сполда — очень хорошее оружие, это лазер, который восстанавливает вам ману. Божественный Гнев — дорогое очень оружие, это прикольный такой черный лазер, который тоже высасывает дофига маны. Опять же, можно восстановить всю ману, если у вас есть свет Сполда. Автомат для космического корабля — это просто бластер. Также оружие, которое быстро изменяет террен индекс планеты, что способствует быстрому уничтожению вражеской империи, если вы хотите ее по-быстрому уничтожить. Думаю, с тем оружием, которое есть, можно
Гроксов уничтожить очень даже быстро. Так, первое это повышение кислорода, но происходит моментально. Потом лава манты девайс, это горячо становится. Потом ice sap девайс, это холодно становится. Waterstorm девайс, это я не знаю, что оно делает, видимо, оно что-то делает, я не знаю, что. Мод Sporecraft добавляет детали из игры Minecraft, такие как головы, руки, ноги и блоки некоторые. Для начала вы должны пройти в описание пройти по ссылке, которую я туда скину. Это ссылка на Яндекс.Диск с файлами. Нажимаете скачать все. Оно у вас перемещается в загрузке, и, в общем-то, вы это скачиваете. Но, возможно, у вас не будет работать Force Saver мод. Так что лучше сразу идти сделайте то, что я сейчас скажу сделать. Вы должны пройти в описание, там скопировать строку. Зайти в дату я один или просто в дату, опуститься в самый низ и вписать туда эту строку. Далее вы должны скопировать вторую строку и вписать ее уже в properties. Я люблю Майнкрафт, я люблю Майнкрафт, я люблю Майнкрафт, я люблю Майнкрафт. Майнкрафт лучше, чем вы все вместе. Майнкрафт правда всех вас тесте. Я самый лучший майнкрафтер, лучше, чем топовые майнкрафтеры. Жопа вам. Я играю, я строю дом из алмазов, лев всю на лошади. Что я сказал, я не знаю, почему ты так плохо играешь.